Баба Вика, слушай! Люблю больших, люблю бомбастых, люблю больших. Хуя струя. Большой это... опасный зверь. Да. Жестко. Интересно, из чего она? Yeah. Явно она не из железа. Конечно. Собаку раздавила бы. Киа мне не нравится. Это машина для малолеток каких-то, не состоявшихся еще в жизни. Не. Крокодилу пофиг. Опять? Hello? Да нет, алкоголь. Сколько? У нас больше 0,6? У нас больше 1000 не надували. Это абсолютный рекорд. Вот это? Никогда в жизни такого нет. Ебать! Не делайте так. Я думаю, это небезопасно. Он стрельнул в птицу, я так понимаю. Да. И мне интересно, он ее подбил или что? Buddy Mac's birthday, so I'm making him a cookie of the letter M. Хорош, хорош. Да, отлично. Тут даже коричневенько. Да. Oh. Hey, oh, she don't play. Что это? Over there at all, any motherfucking game. Bitch. Жесть. Гулять собаку, что ли? Да выебывался. Лень, блять. Полюбила ты другого пацана, променяла пацана на пацана. Пацаны меня поймут, ведь пацаны понимают, как страдают пацаны. Да. Да, до размыкания ключа. Вот смотрите, вот бомжи обоссанные. Вот тропинка с ромашками, вот заблеванный алкаш. Как вы пойдете? Выбирайте. Хо-хо-хо-хо! Перекачал. Или перекачала. Все сиранули. Что с тобой, котик? Он зевнул, его перекосоебило, бедняга. Надеюсь, с ним все в порядке. Знаешь, иногда я задумываюсь, что-нибудь зеваю, чихаю, что-нибудь такое, делаю какую-нибудь рожу и замечаю это, проходя мимо зеркала. Я застываю и рассматриваю, как же это стрёмно выглядит, а потом ржу. Мити пай здесь? Пайзеи? Пайзеи? Чё? А. Куда аппаратуру? Класс. Наверное, выписку, не пописку. Вернуться в прошлое нельзя, но. Не буду постоянно.
хочу сделать из тебя корейского актера. Значит, сейчас какая-то группа БТСМ. Корейские актеры БДСМ. В Гачимучи его хочет отправить, что ли? Понимаю, я посмотрела на такую корейскую группу. Да, да. Музыка ВСД. Этот, смысл в том, что, во-первых, они не актеры, они певцы. Ну да. Еще. Какая? БТСМ. Делать вот это. Вы дураки, вы что лежите? Все люди любят БДСМ. Все люди любят БДСМ. Вот которые люди, которые любят БДСМ. Бля. Какие плавные кадры. Goodbye. На той неделе, по-моему, в незасмейке было где-то. Просто SpaceX, космическая программа ДБД. Чё так плавно? Почему у меня в игре не так плавно, когда я играю? If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is. Сыт? Сыт. Бабушка богачка, чек. Видите вот это покрывало? Оно сделано из натурального меха зелебобы. Самовар Cartier. Блин, я обожаю вещи из меха зелебобы. Из одного меха зелебобы наше покрывало сделано. Нам его подарили, да? Золото. А это телевизор LG. Он выпустил мерч своих телевизоров после развода. После развода? Да. А они с Ивлеевой развелись? Да, давно. Они были женаты? Да. Сработало слишком хорошо. И это мы, кстати, тоже видели полгода назад где-то. Сколько вы в среднем выпиваете кофе? Сколько чашек? Ну, одну чашечку в день. Да, одну чашечку. Когда ты говоришь «одна чашечка», ты имеешь в виду вот эту бадью свою? Ну, может, четыре. Иного я не ожидала от повелителя ужаса. Это что, Ози Осборн был молодой, да? Да? Ну как молодой? Уже не очень молодой. Наверное, видео, наверное, лет 15 назад было снято. Сейчас ему уже 70 с чем-то. А, ну чуть более молодой, ладно. Мне такой бубылдок сделали. Там еще из водорослей мех. Я сидела, ржала. У меня даже фотки где-то есть. Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте. Меня зовут Петр. А сейчас это такси моя... принесли, на давай поженимся. За что и такие мучения? На этот. Хорь. Стефани. Я думаю, мы подружимся вместе с вашей мохнаткой. Найс. С вашей мохнаткой. Ясно, понятно, к чему тут это было. Найс. Что произойдет? А? Синхрон, ясно. На экране телека постоянно плавает кубик. Иногда кажется, будто он вот-вот попадет прямо в угол экрана, но в последний момент он отскакивает от стенки. Но иногда, раз в определенное время, он в угол попадает. И мы все ждем, когда же он попадет прямо в угол. Yo, bro. Yeah. You got a napkin? Yeah, yeah. Right. Салфетку попросила. Не знаю. Сейчас
шашлык для кожаного хозяина скоро будет готов. Уровень опьянения караоке. Запустить режим киберкайф. Обстановка под кайф. Мы с тобою танцуем. Лера, мышь, мышь, мохнатый мышь на Настиной голове почти. Так забавно сидит. Пушистый нелепость. Кшины какие. Вот, заказали роллов. На, малыш, от тебя, как ты любишь. Ох, я забыл, я же не долбоёб. Конечно, долбоёб, ты ешь в машине роллы. Чё стряслось, чё дёрнули? Мышкой пошевелите и всё. А, нет, у нас как бы здесь завис компьютер. Чё, порнушку посмотрели, монитор забрызгали? Вот наш сисадмин Аркадий, компьютерный гений, единственный в этом здании... Единственный в этом здании не беспросветный тупорез. Давай передачину поднимай свою, буду садиться. Симулятор Сашиной работы. Блин, знаешь, вот честно говоря, я слышала, как ты с ними разговариваешь. Примерно так, раньше ты пытался быть вежливым, а чем ты так разговариваешь? Я не разговариваю я так. Я вообще белый, пушистый и вежливый. Ты так живешь. Я вообще самый добрый, дружелюбный, белый и пушистый. Вы на меня наговариваете резкий, грубый. Да идите вы нахуй, выебываются они вот это вот, блядь, нахуй. Я просто как-то попривыкла, у меня все как-то, ну, замылилось, но иногда я пытаюсь с точки зрения более, так сказать, отстраненно посмотреть, как ты общаешься, разговариваешь, и думаю, пиздец грубый, я бы такого нахуй послала. Так я всегда такой был. Знаешь, в чем проблема? То, что я стала такой же. Так я всегда такой был. Раньше люди думали, что я застенчивая, но теперь я застенчивая и грубая, поэтому люди думают, что меня надо бояться. Потому что, ну, типа, застенчивых высокомерными считают. Вот. А ты представь, короче, высокомерные еще и грубые. Это ж пиздец. Я белый и пушистый, ничего не знаю. Кто спизданет другое, уебу. Шучу, конечно. Я гоню быстро. Ёбаю, мне нифига. Голова оторваться может. Пипец. Идите нахуй. Вон кицин. Ганью. Мужик в попытках набрать массу после анорексии. Манка с ржаными отрубями. Чего, блять? Думаешь, что организм девочки после анорексии такое усвоит? Нет. О, нет. Она от запаха до одного будет стругать. Да, анорексия — это все очень серьезно и сложно. Просачивается. Осторожненько. Сука. Тварь, поймал. Говоришь пустые слова. Сохрани и спаси. Говорят таких, как ты, мне нужно на руки носить. Что ждете от этого фестиваля? Первого фестиваля еды в городе Томск. От этого фестиваля я что жду? Что сейчас муж подъедет, мы уедем. Хороший фестиваль, наверное. Ну, это явно не для нее. Судя по музыке, которая там играет. Потому что она вообще там кем-то подрабатывала. Китики-бубитики. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать болевую жизнь. Сидит такой теперь довольный. Рядом со мной стоят довольно известные братья-писатели Петр и Владимир. Нестерова. Какая книга самая известная, да, у вас? Какая? Самая известная. Мы книга, написали самую известную лучшую книгу, поэму, самую лучшую книгу поэму, посвященную второму. Деды, ёб вашу мать, вы за столько лет не научились говорить по очереди. Судя по тому чуваку, который брал интервью, это должен какой-то скетч. Игорь, what happened here? Игорь, what?
Игор. У него ручки у Игора. Да. Well, I'm the queen of that. Damn, we're already like them apples. Show off. That's the Brian O'Connor school of driving right there, baby. Классно, пиздец. Как бы это ни выглядело круто, это очень опасно. Ай, да за шо? Мы это уже видели, и мы уже душнили насчет этого, поэтому второй раз не буду. Интересно, насколько сильно он пожалеет о том, что он дал пёселю лизать экран, когда он будет его оттирать. Интересно, насколько сильно не пожалеет, что не закрыли окна? Ну, на мойке иногда и моют салон, поэтому, возможно, так долбоёбов и задумано. Долбоёбов, видимо, тоже надо помыть, там просто чистая баба выкинула её, потому что ты, сука, заебал, ты трусы только и носки меняешь, только и то потому, что я тебя заставляю, помойся, наконец-то! Тоже видели, по-моему. Ожирение тоже сложно. Ожирение тоже сложно, но там другая проблема. Но тоже психологическая. Понятно понять. Мне понятно дали по... Что? Мне понятно дали понять. Нет, мне отчетливо, мне хорошо. Что? Короче, мне сказали, иди нахуй отсюда, вот и все. Бывает, бывает. Ебать, я помню этот трек, какой же он старый. Гасолина, мне он нравился. Да, под него жопой повертеть, это вообще кайфы. Бля, подвижно. What's the smartest breed of dog? There is no definitive way to measure canine intelligence, but border collies are often said to be the smartest breed of dog because of how quickly they pick up new commands. What's up, bro? Делать, хотя, возможно, у них и можно, но у нас, когда были эти, когда мы ходили, говорили, не трогать маньяка, не трогать ничего такого, когда что-то происходит. Да, не трогать маньяка, а я в ДПД это пальчик в дупу тыкал. В дупло? В дупу. В дупу? Да. Дупа, это жопа. А я думал, ты говоришь дупло или в дупло. Ну все одно. Да. Он же черный засранец. Who are you talking to right now? Do you know how much he make a year? Да, I есть mean, такая проблема. Проблема людей, которые смотрят сабами, да. Поэтому я не понимаю, вот это все. Ой, это включил, у меня там играло на фоне, я там пока типа рукоделием занималась. Я, блин, себе ногти бы постричь и не смогла. Смотря что-то с субтитрами. Ну, я так понимаю, да, типа, становится непонятно, когда не читаешь, типа, да? Классно там, как? Хорошо устроился. Ля, бабуля, вниз не упадет. Сломается нафиг. Настя такая, я бы побоялась.
страшно. У нас такие дебилоиды через дорогу перелетают. А потом через машину. Музыку подставляют к этому видосику. Тоже годичной давности. Рэйчел Киллер! Рэйчел Киллер! Зато убил. А, убила! Ебать, стена мягкая. Да. Слушай, а ведь ты так делал, ты так делал, я помню. А ты типа нет. Да! Это же смешно. If you open it backwards, it explodes, so... Кота, можно меня обчихивать, а мне пернуть нельзя на них. Охуеть. А, он не в ту сторону открывать пытался, да? Да. It's bad. Да, не в ту сторону пытался открывать. Гений. Молодец. It's bad for you. Don't. Придурок. Прикольно, светится. Я чувствую, под кроватному монстрику было веселее. Спасибо, все свободны.